Станичники гуляют, казачьи песни и хлебосольные курени, где каждому гостю рады. Житель Василковского района в лучших кубанских традициях с размахом отмечают день рождения своей малой родины. Мы можем работать, можем отдыхать, справлять праздники. Я думаю, что многие гордятся, что родились именно здесь. Будем стараться, чтобы наш край богател. Дети вот такие наши красивые росли на нашей земле. Выселки, солнце, станица, судьба. Маленькие артисты в этот вечер делили сцену с настоящими звездами. Яркий акробатический номер со стульями Влада Золотарева, артиста цирка «Дюсалей». И лучшие песни в исполнении солистов кубанского казачьего хора в подарок ко дню рождения района. Казаки полмира проскакали, а если б надо было, заново прошли. И на груди у них висят медали, и на груди у них Георгия кресты. Мы в нем живем, это раз. Потом, это же родина нашего губернатора. И это же родина того, что мы с голоду не умерли. Вы гляньте, что делается. Ведь в агрокомплексе, где какой магазин агрокомплексовский есть, там обязательно стоит очередь. 20-летие крупнейшего холдинга, родного для василковцев, здесь почти в каждой семье есть работающие на предприятиях агрокомплекса, продукция которого хорошо известна за пределами края, в этом году совпало с Днем района. Сами посадили, сами вырастили, сами убрали и переработали, сами продали. Хлеб, рис, мясо, птицы, молоко, сахар. В составе агрокомплекса сегодня 40 предприятий в нескольких районах края, 16 тысяч работников. А в 93-м начиналось все с 200 человек. Совершенно иначе. Теперь живет и сам Василковский район. Есть рабочие места, стабильная заработная плата, хорошие дороги, благоустроенные улицы, новые школы, детские сады, больницы и спорткомплексы. Для детей очень много делается. Спортивных сооружений много. У меня внучка занимается уже танцами. Все хорошо, все устраивает. Ее никуда не собираетесь. Ой, боже, сохрани, ни в коем случае. Мы желаем счастья вам, и другие хиты легендарной группы Стаса Намина «Цветы» пела вся центральная площадь в Выселках. День рождения района вместе со станичниками праздновал в этот вечер и губернатор края Александр Ткачев на своей малой родине, где родился, создал первое предприятие, где до сих пор живут родители и друзья, бывая часто и не в качестве гостя. Я чувствую эту землю. Я дорожу, что я здесь родился. Здесь мои корни, здесь мои родители, здесь мои друзья. Я считаю, где родился, там и пригодился. Я когда даже работал в Москве, всегда возвращался в район с особым желанием, с особым трепетом. Вы верите мне? Спасибо. И сегодня сюда вновь и вновь стараюсь приезжать уже и как станичник, и как сын, и как друг, и как товарищ. И, конечно, я вспоминаю те годы, 20 лет назад, когда перед нами был выбор. Что делать, как работать, чему посвятить жизнь, мы пошли вопреки всему. И действительно создали первый в России уникальный агрокомплекс. Смотрю я на вас и радуюсь, что все мы здесь сегодня, на одной огромной площади, и нас объединяет одно – любовь к нашей малой родине, к нашей станице, к нашему району. Пусть всегда будет мирное небо, и пусть дожди и бури проходят мимо нас. А у нас было только светлое, красивое, стабильное будущее. Землякам Александр Ткачев приготовил настоящий подарок. Вспомнив молодость, когда будущий губернатор зарабатывал свои первые деньги игрой на танцплощадке в Выселках, Ткачев взял в руки гитару и пригласил на сцену Юрия Мащенко, с которым когда-то играл в вокально-инструментальном ансамбле. И сегодня музыка, наверное, во многом греет душу. Поэтому, если вы позволите, если, конечно, вы разрешите мне, я хотел бы взять гитару, сыграть для вас и только для вас. Не забыл. Я пью до дна за тех, кто в море. За тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. Если цель одна, и в радости, и в горе, на том, кто не струсил, и вёсел, и бросил, по землю свою найдёт. Вот новый поворот,
наши песни, мы его любим, обожаем. Мы с ним сегодня. Любовь как сон, а любовь как сон. Еще одним подарком для жителей Выселковского района стало выступление Елены Ваенги. Я сегодня просто прилетела с утра с Санкт-Петербурга и посмотрела на ваш Кубанский край. У вас есть чистый воздух, у вас есть сумасшедшая земля, которая вас кормит сумасшедшими продуктами. Это правда. И вы знаете, я еще так хочу сказать, что все-таки в ваших краях хотя бы еще нет вседозволенности такого... в некоторых вопросах бардака и разврата, которые есть в больших городах. Гордитесь своей землей, гордитесь своей национальностью, гордитесь тем, где вы живете и как вы живете. У вас очень богатый, чудесный, замечательный край. Берегите свои традиции, берегите нашу веру. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Анагаскаре, чтоб достались жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши детки вас радовали. Яна Москаленко, Евгений Вольский, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал, Выселковский район.